Ежегодно в преддверии Дня Победы в детских садах Гагарского района проходят праздничные мероприятия. Так, в старших группах детского сада «Мрамза» были организованы праздничные мероприятия. В небольшой постановке, длившейся около часа, дети продемонстрировали мирную жизнь и военное время. Несмотря на свой юный возраст, воспитанники детского сада с большой ответственностью подошли к исполнению своих ролей. Продолжая тему Отечественной войны народа Абхазии, они также прочли стихи. Те, кто утром с пулеметом, с автоматом был в бою, и на отдыхе солдаты песню тихую поют. Война идет, и в воздухе сазается, бьет, бьет, бьется, бьет, и в атаку самолет. На Сусы и на море по небу высоко желанная победа дает. И едут, едут, едут домой во все концы солдаты-победители, абхазские бойцы. Бой за улицу идут, помогают людям фронту, честным доблестным трудом. Мы сегодня отмечаем светлый праздник всей страны. Помнить люди эту дату обязательно должны. Каждый день победу ждал народ, пылает от салюта вечерний небосвод. Праздничная программа была завершена абхазским переплясом. Затем дошколята в сопровождении своих воспитателей прошли к мемориалу славы города Гагра и возложили у его подножия цветы. Руководство и воспитатели детского сада «Мрамза» ставят перед собой одну из главных целей – воспитать в детях чувство патриотизма. И потому в праздничные и памятные дни они организовывают различные мероприятия. В очередной раз мы отмечаем один из самых главных праздников для нашего народа – День Победы. Отныне пусть воцарится мир на этой земле, и подрастающее поколение свято чтит имена погибших воинов. Всегда бережет нашу родину, сказала заведующая детским садом «Мрамза» Белла Кокускерия. Родители детей выразили благодарность воспитателям детского сада за организацию праздничной программы.